Здравствуйте, перед вами жилой комплекс «Академик», застройщик «Северная компания». Вот такой красавец уже получается. Сейчас вот прям камера направлена именно на вторую очередь жилого комплекса. Если левее присмотреться, видно строящийся еще одну очередь, третью очередь жилого комплекса «Академик». Вторая и третья будет один дом. Единственное отличие, что второй дом, вот подъезды, которые перед вами, это автономное отопление. То есть крышный котельный, счетчик тепла на каждую квартиру. Ну, это уже знаете, наверное, это уже в Рязани такая система отопления уже во многих домах. А левее, который сейчас кирпичный, вот кладку видно. Здесь индивидуальное поквартирное отопление, то есть будет в квартирах котлы. И автономка сейчас экономная по коммунальным платежам, и котлы, соответственно. Ну, вот дом такой как бы интересный. В первую очередь его просто здесь не видно, уже сдана, заселена. Двор, вокруг вот такая обстановка, это улица Островского. Туда дорога идет в сторону, вглубь района Горрощи. Если поворачивать сюда, идет в сторону улицы Восковольтная, направо, там Площадь Победы, Дзержинка, то есть все тут как бы рядом. Рядышком находится несколько учебных высших заведений, поэтому некоторые покупают квартиры для того, чтобы сдавать, кто-то жить. Ну и в принципе до центра тут по большому счету два шага. Квартиры в наличии есть, нужна какая-то информация, консультация, захотите прийти на стройплощадку, походить, посмотреть своими глазами, звоните мне по телефону 8-910-900-7333, зовут Телков, меня Телков Сергей Валерьевич. Внизу ролика в комментарии оставлю ссылку на сайт с ценами, планировками, ну, для ознакомления, будет интересно, смотрите, будут вопросы, задавайте. Ролик заканчиваю, всего вам доброго, до свидания. We'll be right back.